РП. Ебать, он меня засейвил или убил на. Я, Дань, какой ЧСВ, ребят, ну причем я никогда, у меня, смотрите, я нищий, я без галки, я никогда, я когда захожу в галку, мне знаете, что там написано, чтобы пошел я в жопу просто, в данный момент это невозможно, а это так уже написано, я не знаю, куча вот тучего времени, я уже забил, да, я, честно, мне плевать на этот, ну, на этот Twitch, мне похуй на эту галку, и вообще, это платформа, сами знаете кого. А почему у Тёмыча и Аркана и Базила, это норм, в чем секрет? Погоди. Так это же одна и та же аура. Сколько же эксклюзива! Ну, чтобы открыть их всех, понадобится не один десяток ключей. Хорошо, что теперь ключи можно получать совершенно бесплатно каждый день. У Тейсиков произошло самое масштабное обновление ежедневных сокровищниц. 3, 5, 10 ключей. А если бесплатных ключей тебе мало, то залетай в новую линейку Frostivus, где их можно забрать в 20 раз дешевле, чем у жадного Габена. Заходи на самый халявный ивент в году и узнай свой уровень в обновленных ежедневных сокровищницах. Но поторопись, ведь такая халява с ключами будет только до конца января. Какой у них состав новенький. Бля. Да не, ну тут пауза заслуженная. Тут. Кстати, не наш тэпается. Ты не наш тэпается. Моим пацанам вообще пофигу. ТП есть. ТП есть. Чё, ГПК такой кабан, он на стриме, когда папа играет, отдышка появляется. Данёк кабан. Кабан Данилыч. Я с любыми проблемами справлюсь в этой жизни. Нет проблем, с которыми я не справлюсь. Только если у меня родные лук, то тогда просто нахуй всех лук. Если что. Всех, я убью 7 миллиардов человек, если умрут. Ебать! Ебать! Сообщить, что, на мой взгляд, Ами никогда не был охуенным игроком. Это был вообще, это не Ами тащил LGD тех. Он типа делал свою работу нормально. Но это ему до Етора примерно вот просто пиздец как далеко. То есть если Етора может делать, ну как бы выигрывать игры для своей команды, то Ами это чел, который может не проебать игру для своей команды. И чё там вернулся, это Ами насрать абсолютно. А он ничего нихуя не делал никогда, это Ами. Ты умер, да? Угу, скорее всего. Я иду. Я иду. Денжу, глиммер, бери. Глиммер, бери! А, вол. ФИБАЧ! Опять Эмбер помер, как так? Я ему на 8. На самом деле, я вас всех очень, зрители мои, и не мои, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы есть. Вы очень классные ребята. Да, иногда я сосу в доте. Но я не могу серьезно воспринимать эти игры, на самом деле. Мне очень сложно, поэтому... Я, и короче, мне похуй все, я сейчас буду рынить. Вы легенды, все, красава. Ох. Ох, он же сейчас меня въебет.
Он же сейчас меня въебет! Ебать, он меня въебал! Охуеть, ребят, это ГГ! Джампнуть них, ребят. Но они ж первые начинают, мы не можем драться. Ебать. Ебать. Я полечу адефую топ. Я пойду топ адефую, вы сыграете под это. Я задоджил РП и ульту Джаггера, парни. Угу. Так, у нас тем временем терзатели шарды, да, добываются. Ой-ой-ой. А можно сейчас паузу поставить? Давай, донатить стримерам, это как полная хуйня. Вот я не доначу стримерам, знаете почему? Ну что, все какие-то миллионеры в среднем и бездари. Какие-то бесполезные, все пиздят. Я вот, если я хочу куда-то денег дать, я на самом деле на благотворительность все время их. Не знаю, вот покупал во вкусной точке какую-то пару бургеров себе на днях, а там мне говорят, хотите 300 рублей на благотворительность закинуть? Вот я туда закину. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling rip, don't know how my